сейчас подошло время, ролик 2. Здесь я покажу всего лишь две песни на стихи Елизаветы Демидовой. Они написаны на рубеже 2000-летий. Ну, кто не знает, это кубанская поэтесса. Она была заслуженным работником культуры Кубани. Ее не стало в 20-м году, правильно я говорю. Я не помню, сколько у нее, очень много поэтических сборников. Я сбилась со счета, вот сидит дочь, еще одна дочь, супруг. Больше 15 сборников. 18 сборников. 18, да. Просто я помню, что это 16, но вот хорошо. Вот, и очень много у нас песен, тоже 33 песни, по-моему. Так что можно сказать, что мы с Елизаветой начинали сотворчество, содружество, так скажем. Итак, первая песня это «Почти примерная девочка» в исполнении Танечки Брукуновой, тогда еще учащейся детской школы искусств номер 10. А вторая песня «Пожелай» сначала в моем исполнении. Кусочек финала увидите, кстати, моего первого творческого вечера «Голос души», где на сцену выйдут почти все мои соавторы тогда. Многих уже из них нет. Это Евгений Тищенко, Виктор Деревянко, Елизавета Демидова, Владимир Уманцев, ну и другие. Я думаю, многим будет интересно увидеть это все. А далее эта песня прозвучит в исполнении певицы, поэта, композитора, автора исполнителя своих песен, продюсера и блогера Алены Стихаревой. Не льсти себя умею. Это ваша, не льсти себя умею. Кстати, песню написала, посвятила своей внучке, когда ей было полгодика. Я вошла в ее образ так, что сама стала шалить. Придется самой петь эту песню. Мою руки и лицо, а еще большого змея. Закрыла ванной кран. Я вести себя умею, мячик прыгает слегка. Вазу мамочкину склею. Я собью ее сперва. Я, наверное, ее сократила. Что-то я там забыла. Точно, насобила.